лечебного реабилитации. В этом случае применяется филологическая служба филологического подразделения Калининградского культурно-спасательного отряда. Вот вы видите на поле магазин филологического подразделения, из которого выходит кинологи собаки. Для поиска пострадавших применяются различные индукционные приборы. Четыре стабилизатора, конечно, законный комплекс. Вот здесь на поле появилась немецкая отчастка под управлением известного в Калининграде кинолога Владимира Кунберга, культурной России, кстати, министр культурной России, был получен спасательный комплекс. Он разминает собаку. Для того, чтобы применять разрушение, он не может применяться сразу, как и было на дороге, В наших местах теряются люди очень часто. Вот буквально несколько дней назад, когда такие двое суток, писали, которые в 13 раз мы выезжали на поиск пострадавших. Это были в основном грибники, которые до наступления темноты не успели выйти из леса и, как будем говорить, застряли на точках поиска. В темноте потеряли ориентировку и им потребовалось наша помощь. Практически экологические расчеты работали без перерыва двое суток. Сейчас продолжается тоже активный такой прочный период. Погода хорошая. Леса Калининградские радуются грехов богатым урожаем, монет в среде, ну а соответственно не значит у нас скоро работа пока не будет. Сейчас Владимир Хоббер демонстрирует навыки дисциплинарной дрессировки зрителям, которые находятся на трибуне, скажем. Вот. Значит, он демонстрирует подход дрессировки, лидерство, положение движения рядом и различные другие команды, которые нам необходимы в работе с собой. Потому что часто приходится выезжать в другие регионы России, вот, и нам необходимо иметь с собой наших напарников, способных выполнять не только коллективные задачи, но и способных вести свой человеческий. Поэтому дисциплинарные навыки базовые мы обязательно прививаем. Сейчас будешь поставить. Видите, с какой скоростью собака двигается. К владельцу удовольствие стреляет хвостиком, не переставая. Собака нравится работать. Для того, чтобы поощрить собак, мы используем всякие игровые предметы. Правило это мячи, либо веревочки какие-то, с которыми собаке это нравится играть. Они у нас все здоровые, веселые такие животные, бодрые. И мы их делаем фанатами игровой мотивации. И эксплуатируем их для того, чтобы помогать людям. Иногда, конечно, с нашими собаками происходят неприятные ситуации на поиске. В лесу в темное время это может быть и количество проволока, но достаточно и какие-то торчащие палки, которые приводят к различным травмам. Завал, само собой, продукты горения, которые происходят. Это острые края различных стекол, кирпичей, металлические конструкции. Вообще в Калининграде, чтобы закончить один из центров,